В Архангельске будет создан центр оценки квалификации. Соискатели смогут там подтвердить свои профессиональные навыки и умения, а работодатель сэкономит время на подборе персонала и получит сотрудника высшей категории. Все подробности у Артемия Заварзина. Событие знаковое для делового мира. Соглашения подписаны, и в Архангельске создается региональный центр совета по профессиональным квалификациям финансового рынка. Независимая оценка квалификации – тренд последнего времени, заданный президентом страны. Аттестация кадров на рынке труда выходит на новый уровень. Закон вводит профессиональные стандарты, подтверждать соответствие которым нужно через экзамен. В результате получаешь документ, который подтверждает твою квалификацию на базе опыта, огромного опыта работы, которого, допустим, у человека, который только что вышел из вуза, ну, явно быть не может. Это позволит не только остаться на плаву, это позволит гораздо легче менять специальность. То есть сегодня тоже об этом говорят и на Западе, и у нас, что в течение жизни ты меняешь, вот еще лет 5 назад говорили, не менее 3 профессий. А сейчас говорят о том, что в течение жизни молодые специалисты будут менять не менее 10 профессий. Повысить конкурентоспособность на рынке труда и получить преимущество для карьерного роста – лишь малые выгоды независимой оценки квалификации. Система еще только формируется, но уже определены переходные периоды. Так, с 1 июля 2019 года вся система оценки будет проходить исключительно на площадках специальных центров. Иные способы прекращают свое существование. Второй переходный период, он является также архиважным для формирования системы в целом. Это январь 2020 года. Данный срок зафиксирован 584-м постановлением. Это для категории организаций, где есть присутствие государства. Да, не менее 50% есть участие государства. Такой круг организаций в Архангельске достаточно широкий, и для них переход на требования профессиональных стандартов с января 2020 года будет обязательным. Мы подготовим ряд кейсов и программ, которые позволят планомерно этим организациям перейти на данные требования. Работодателю будет выгодно пользоваться этой системой, поскольку можно сэкономить средства на создании собственных систем оценки персонала. Сроки подтверждения квалификации пока предмет для обсуждения. А вот где в Архангельске можно сдать экзамен по профстандарту «Бухгалтер» уже известно. Это центр «Консультант плюс Архангельск». На все вопросы можно получить ответы по телефону или на сайте. Экзамен на соответствие профстандартам специалисты финансовых рынков сдают очно. Артемий Заварзин, Александр Кузнецов, «Регион-29».